Мы красные. Так, Джуси. Да. Остальными. Джуси, я ставлю вам метки. Блин. Жесть. Вика, можно сейчас посмотреть или как? Димасу А4. А ну, ай, блин. Да, кто у вас в группе? Ставьте. Так. Приоритеты, приоритеты. Сначала 2, потом 2, 2, 2, 3. Ты не выбрала значок. Так. У клана противника людей не знаю. 20. Не, есть, как нету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13 игроков пока у них есть. У нас больше. Ой, у нас дофига. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Да. Да. Ну скажи да. Что ты? Скажи да. Блин, а я в каком? Блин, а я где? Ты просто нажимаешь на... Угу. Блин, я в какой группе? Нет, вы не сможете телепортироваться. Сначала атакуйте с места. Как только... Сначала мы атакуем с места. Первая группа сначала атакует с места. Да, Деймос. Смотри, как я могу. Деймос.
Вот. Лисенок и Жека. Вот, сразу ребята понимающие. Да. Да нет, это на здание. Джуси, остальные отряды отправляй. Вторые, третьи отряды, я посмотрел, тебе там метки один поставил. Если что, рядом, да, рядом с вами, смотри, сейчас вы можете телепортироваться. Надо вернуть, не знаю, наверное, отряды. И можете телепортироваться ближе к арсеналу. И также можете атаковать вторыми, третьими, четвертыми отрядами. У вас там рядом есть защитные башни и все такое. А чё сейчас? Я думал час. Да, сейчас 30 минут. Вижу. Вижу. Ого, ты один. А в чем глюк? Нет, ну ты из игры выйди, зайди, такое бывает. Ну, у вас там 3 человека сейчас сидят, нормально.
может двигаться дальше. Дима, ты можешь прийти? Какую заправку? Так она у нас. Вика, вы третья группа. Зачем ты тогда нам говоришь? Дим, отправь до кого-нибудь с командой. Ну да, вроде я там один сижу. Борис почему-то в запасных отрядах, как так? Нет, что-то не то. Блин, они вообще какие-то лажовые. Нифига себе, они защитную башню укрепили. Раз, два, три. Три игрока с фул Т7 стоят. Почему им эта защитная башня? С фул Т7. Под конец. Нет, у них нету набега. Можно. Вик, почему ты с места убьешь? Димас, Борис. Не, вы просто на месте, из-за этого я говорю. Окей, вопросов нет.
Да, увидел, пошел. Да, все правильно, все правильно. Вторая. Да там, блин. Да. Блин, где-то проиграли. Командный центр поражения. О, там, блин, там этот был. Набег. Нас выбили. Да, выбили. Тардис, давай телефон.
Давай телепорт. А то я смотрю, что мы далековато. Пишите им. Но они вообще должны знать, что можно телепортироваться, может быть, они. А, 22 играет, ребят. Кстати, 22 у них активировался. Он шел на, короче, верхний командный центр, группа 3. Короче, там сейчас у вас жара будет. О, Асмодеус пришел, а? В аду жарко, конечно, проснулся кондиционер. Не работал. Пока так себе. Так это же не ее. Или ее. Уже ее? Да нет.
Защитная башня, командный центр. Командный центр верхний. Так, они на Арсенал тоже делают набег. Так, мы где-то проиграли. А, нет. Меня просто с станции выбили. Да у нас вообще не атакуют на больницу тут. Как стоял я, так и стою. Командный центр. Так, Маусеренок, ты что там делаешь? У тебя там 500... Нижний командный центр. У тебя там 500 игроков было. Тардис, вывожу тебя. Или не выводить. У тебя там 300 бойцов из-за этого. Блин, на меня ничего, никто вообще не идет. Так, пойду вообще сжигать игроков уже. Увидел я там его. А дадут ресурсы? Все, я пошел сжигать.
Да я даже я стою рядом с ними и сжигаю их. Так. Тут игрок меня хотел сжечь. Да, я вот сейчас иду. Иду его сжигать. Блин. Ого, кто на меня идет? 19-й, да, пошел ты. 18-й. Да ну блин, на меня толпой идут. Не круто. Да ну нафиг они меня прессуют, ребят. Да. Блин, меня пробивает жестко. Ай, блин, они все на меня тать. Да они на меня идут все. Так это я отвлекающий маневр. Хоп! Уходим вправо. Бабах! Шаг влево, шаг вправо и контратака. Сожгу его напоследок. Не сжег я его. Да в конце, да, в конце я. Давка не лечите, короче, сейчас. Никто ничего не лечите. О, 14 часов лечения, ребята. Атакуем КР-9 сегодня. У нас есть все. Да ну. Как так? Да, 14 часов и 840. А, не, мне меньше дали. В конце дали. Самый лучший Кеглайс, Тардис, блин, Чили Пепперс,
Мусеренок, Максим, Жека, Джуси. Ребята, опять самый лучший список. Самый худший Асмодеус. Как всегда. В прошлый раз там то же самое было. В принципе, тут плохо сыграли MZ3BL. Но у него лечения не было, это я знаю. Он говорит, что у меня лечения нету, что если что смогу, то сделаю. Аморал и Асмодеус. Все остальные... Ну да, я тоже... Да, конечно, что вы тут сейчас...